Выдвигаемся дальше. Ну вот, еще одно слово о Филоне Александрийском и его товарищах. Значит, Тертуллиан, который сказал, что верую, потому что абсурдно, он утверждал, чтобы прийти к Богу, достаточно быть простодушным. Философская культура не помогает, а мешает. Поэтому, кто хочет прийти к Богу, этот курс, который я читаю, мешает. Я же не знаю, куда вы хотите прийти, правда? Августин Аврелий, 354-430 год нашей эры. Бог – это нематериальный, всемогущий абсолют, выше которого нет ничего и никого. Бог создал мир и абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человек полностью зависят от Бога. Ну, это, конечно, с точки зрения материализма кажется полной противоположностью, потому что с точки зрения материализма религия – это фантастическое отражение мира, это постижение мира религиозное. То есть люди свою земную жизнь описывают в виде жизни небесной семьи. Отсюда и такое явление, как преподобные. Преподобный Михаил и другие преподобные, святые, великомученики преподобные. Дескать, вот там мучились, и вы мучитесь. У нас есть вот великомученица Елизаветы, Третья городская больница. Вот, я так понимаю, назвали, чтобы если там нету обезболивающих, чтобы народ не, там ничего не требовал, потому что это же великомученица. Так а что вы хотите? Нормально? Нельзя считать это просто заблуждением, потому что, как писал Гегель в работе «Феноменология духа», предшествующей науке логики, что есть три формы постижения мира. Первая – это постижение мира религиозное. Вторая форма постижения мира – в образах это все искусство, музыка, живопись, балет. Там разве через понятие передается чувство? Непосредственно передается чувство. Вот вы посмотрели, вас потрясло. А как вы что там будете говорить, это не имеет никакого значения. Правда, пишут в всяких программках, там это вот он хотел сказать своей музыкой, то-то, и то-то. Ну, мало ли, что он хотел сказать. А то, что я буду получать, я своими словами по-другому говорю. Я, может, в это время лекцию готовил. А под хорошую музыку хорошую лекцию получается. Под плохую не получается. И высшая форма постижения мира в понятиях. Поэтому, скажем, религия – это не такая форма постижения мира, от которой просто можно отмахнуться и сказать – это ерунда. Не ерунда. Не ерунда и исторически, и не ерунда, потому что в лоне религии долгое время человечество развивалось там. Духовные отцы вдохновляли на победы, на справедливые сражения, на защиту Отечества и так далее, правда? Поэтому там тот же Сергий, Радонежский и другие наставляли воинов на битву и так далее. Поэтому мы не можем говорить, что это только вот некий абсолютный мир. Это, ну, известный этап детства человечества, когда все, что не производилось, все, что не развивалось, в том числе и наука, можно сказать, в лоне религии развивалась, то есть как бы под защитой религии. Пока она маленькая наука, пусть она под защитой религии будет, она не против Бога. А потом она развилась и говорит, нет никакого Бога. А пока вот сидите, Бог есть, а ваше дело с Божьей помощью науку развивать. Правильно? Вырастешь большой, будешь тогда что-то самостоятельное говорить. Так и произошло. Августин Аврелий, значит, говорил, что это Бог нематериальный, всемогущий, абсолют, выше которого нет ничего и никого. И что Бог создал мир и абсолютно не зависит ни от природы, ни от человека. Природа и человек полностью зависят от Бога. Бог – это личность, которая создает мир лишь по собственной воле. Воля присуща Богу и предваряет всякое творение. Бог настолько всемогущ, что ни на один миг не оставляет своего попечения над миром и осуществляет непрерывное творение.
То есть у него нету ни выходных, ни отпусков. То есть он измученный, этот Бог все время над вами стоит и стоит, а эти овцы, то есть паства разбегаются кто куда, надо их наставлять постоянно. Причем душу каждого надо индивидуально строить. Особенно мне представляется сложным занятием, если будет страшный суд, и надо будет всех судить. А у нас, значит, 7 миллиардов человек. Сколько же будет времени этот страшный суд идти? Или будет совсем недопустимая вещь, там, по минуте на человека и решает такие серьезные вещи, судьбы, да, по минуте. Так это 7 миллиардов минут, вы пересчитайте, это страшное дело какое-то, судилище. Причем ни адвокатов, ни прокурора, ни последней речи подсудимого, ничего не принимает своего внимания. Это какой-то такой суд абсурдный, не похожий на наш земной суд. То есть суд, какой, наверное, был в самые вот древние времена. Вот тут же вас сказали, Иисусу голову отрубили, и все, на этом и забыли, и все. До свидания, ничего не. Кто это будет там? Первая инстанция, вторая инстанция, придумали. Потом суд присяжных, придумали, понимаешь, коллективно решать. Есть Бог, он решил, все. Бог – это причина познания. Ибо все знание дается божественным откровением. Не надо ничего изучать. Не слушайте вы меня, что я вам говорю. Будет откровение, значит, познаете. Не будет откровения, так и не познаете. Поэтому, конечно, вот такого рода наставления, они, хотя и вроде бы прикрывали эту науку и давали ей, с одной стороны, развиваться, а с другой стороны, они ее и тормозили во многом, понятное дело. Бог не только причина, но и главный, основной, единственный предмет познания. А вы еще что-то хотите изучать? Вам же сказано Бога изучать. А вы что хотите, как лягушку изучать, как у нее там рефлекс какой-нибудь? Не сносить вам головы. Мудрость есть у Бога. Бог – это наивысшее благо и любовь. Какое еще вам благо надо? Ну и что, что вы раб? Бог есть у вас? Есть. Это наивысшее благо, любовь. Любите. Кого надо любить? Бога надо любить, потом надо любить своего хозяина, рабовладельца. Правильно? Ну. Не будет рабовладельца, любите тогда помещика, царя любите. Правильно? Это же наш отец родной. А он же не даст вам помереть. Вот сейчас капиталисты, они как рассуждают? Значит, вы у меня наемная работница, вы заболели, ну и... Вот сейчас идите ко мне работать. Она заболела. А крестьяне? А если крестьяне, если умрут, так я буду тогда не помещик. Меня засмеют. Если у меня не будет крестьян крепостных, поэтому я должен даже приписывать себе крестьян отсюда мертвые души, чтобы мне руки подавали. А если скажут, что у меня только три крестьянина, так вы со мной здороваться не будете. Вот она еще будет, а вы уже не будете. А если скажут, у меня 300 крестьян, потому что богатство феодальное общество – это вот крепостные крестьяне. А богатство рабовладельческого общества – если у меня 1000 рабов, так я уважаемый человек. А сейчас все на деньги меряют. А зачем мне деньги? Мне рабы все сделают, крестьяне само собой все сделают. Вот красота. И денег никаких не надо, все будет построено. Вот никто не говорит, сколько денег потрачено на Исаакиевский собор. Ну что там деньги? Пришли крестьяне и строили по указке архитектора. Их прислали, они работали. Другие строили вот эту, все эти острова, цепочка до Кронштадта и дальше до Кронштадта, а между ними подводные режи, то есть стены. 10 метров глубина, а 8 метров стена. И ни один корабль не пройдет. И как только построили эти инженерные сооружения, все, Петербург стал защищенным от всякой атаки с моря. И никто его больше не пытался даже и думать брать. А с этих островов, на которых пушки стояли, могли его расстрелять. Этот. Инженерным путем решили, а как это делать? Вот на лед можно выкладывать эти все валуны. А потом весной растает лед, они раз туда, и останется немножко там, да, оформить уже на кораблях, привезти эти валуны и туда докладывать и делать это все. Кто построил-то этот Петербург? Крепостные крестьяне. А если этих крепостных крестьян, если ими не командовать, они бы избушки настроили, и не было бы Петербурга.
Поэтому вы не надо недооценивать роли дворянства, правда? Оно же все-таки, когда руководило, думало, как что-нибудь красивое и хорошее построить. А сейчас думает построить так, чтобы из этого деньги получить. Поэтому как узнать, новое здание в Петербурге или старое? Если старое, значит, не падает. А если падает, значит, новое. Правильно? Таврический дворец может упасть? Да его, если бы так построили, вот строили так, что он может упасть, плетьми бы били. Так сильно, так больно. Или там, говорят, вот сталинские дома. Ну так что бы сделали с теми, кто бы плохо строили дома? В тюрьме бы сидели. А сейчас? Как где? Они сейчас на Лазурном берегу. Не, да вообще можно не строить Полонский. С приятелем. 7 миллиардов собрали с москвичей и уехали в Камбоджу. А денежки? Плакали у тех, кто издал. Вот. Бог – причина всякого блага и любви. И Бог – цель этой любви. Бог одарил человека душой. Каждая человеческая душа создается, творится Богом индивидуально, поэтому душа неповторима. Это хорошо же. Ну, хорошо же сказано, правда? Приятно там чувствовать. Человеческая душа имеет начало, но не имеет конца, ибо бессмертна. Ну, сейчас что вам наука скажет? Что вот поживете, поживете, и все. А религия говорит, что душа ваша бессмертна, будете жить вечно. Ну, и что мы выберем тут, товарищи, говорит, выбор. Но если выбирать, конечно, надо религию выбрать, это даже все красивее. А то говорят, ну что вы, состаритесь, умрете скоро. Еще из этой жизни никто не вышел живым. Чего это науку изучать? Наука неинтересная. А вот религия какая поэтичная, хорошая. Она нас как-то возвышает, да? Ну, правда, люди это не могут сделать, но Бог-то может все. Если вам не помогут врачи, идите к Богу. Но если Бог вас и не спасет, то Он, по крайней мере, вам там местечко в раю обеспечит. И все, и будете там витать, душа ваша мимо яблочек пробегать, пролетать будет. Зубов-то все равно нету, поэтому кушать-то вы их не будете, а летать будете. Душа нематериальна, к ней не приложимы никакие пространственные и количественные характеристики. То есть товарищи так хорошо это разработали эту теорию религии, что, в общем, там уцепиться не за что. Скажите, нету пространственных, нет количественных, не померяешь. Вот начали, душу начали вдруг взвешивать ученые. Говорят, давайте, раз она отлетает от человека, если взвесить человека до смерти и после смерти, узнаем, вес был ты. Денис Борисович, у меня лекция, я после этого позвоню, ладно? Угу. Взвешиваем, потом душа отлетает уже, когда человек вот помирает. Взвешиваем до и после, и разность берем, это и есть вес души. Нет, говорит, это неправильно сделать. Почему? А потому что никаких количественных характеристик, а душа не подвержена. То есть эти ваши опыты бросьте. Это вы где? Кто-то вас научил? Физики? Это еретики. Они против догматов. Давайте их сожжем. Придумали, ваш, мерить вес души. Нет у нее веса. Ничего у нее нет, а душа есть. Основные характеристики души, как вот Марк Аврелий учит, заложенные Богом, это разум, память и воля. Хорошо же? То есть вас не будет, а разум будет, память будет, воля будет. Создавая душу, Бог изначально закладывает в нее стремление к счастью. А вы вот насчет благодати что-то засомневались. Бог, стремление к счастью. Вы счастье знаете, что такое? Тоже, наверное, не знаете. Ничего не знают вообще. Ничего не знают. Если ничего не знаете, надо верить просто, и все. Выход очень простой. Ничего не... А так вроде как это так как-то засомневались, сами так неудобно. А так сказать, да я верующий, мне зачем знать? Мне не надо знать. Это вам надо знать. Вы и читайте лекции там, и принимайте экзамены. А мне вот что Бог скажет, то я и буду делать. И все, и от меня отбились. Это сильная вещь, отмазка хорошая. Так счастье что такое? Есть тут люди, которые? Или уж такие вот люди, что не только счастья нет, но даже и не знают, что это такое? Когда говорят, не знают своего счастья. А тут собрались люди, которые вообще не знают, что такое счастье. Да что же вас довели? Так кто же вас так довел до такого состояния?
Ай-яй-яй, что делать? Беда. Никто не знает. Ну, какие-нибудь предположения есть? Это очень субъективное понятие. Как? Я не справа какое-то понятие. Все понятия субъективные. Про то, что невозможно сказать про него, что там счастье. Невозможно сказать, для каждого человека это будет что-то свое. А, каждое счастье – это индивидуально. Да. Вот тому, кто сделал селфи и упал, у него свое счастье. Селфи остались. Он навсегда будет молодым. Вот вы уже не будете таким молодым, как тот, которому было 10 или 12 лет, он сфотографировался и упал. Вы уже старше. Понимаете, какая же? Вот у него свое счастье, да? То есть это вот крайний субъективизм. У каждого свое счастье. Что нет понятия счастья? А за счастье народное не надо бороться? Что, народного нету счастья? Каждый в своем уголке сидит, один кофеек попивает, а другой водичку с хлебушком. Это студенты. Значит, и... А третий коньячок с ромом. Ну, у каждого, говорит, свое счастье. У кого корабли... А вы можете кораблики пускать по ручейкам, скоро будет весна, и бумажки возьмите и кидайте бумажки, они тоже поплывут. У каждого свое счастье, хорошо. У меня три острова. А вы можете, вот знаете, там, вы возьмите в лужу, насыпьте песочка такой, и три островка сделаете. У вас свое счастье. Маленькое такое. Что-то ваша точка зрения какая-то кислая. Ну вот есть умные люди, которые об этом подумали. Сам вот не придумаешь. Я вот не хочу сказать, что это я узнал от себя. Я тоже так же, как вы, не знал. Но я читал, у Гегеля написано, счастье состоит в том, чтобы соответствовать своему предназначению. У вас какое предназначение? Скажите, пожалуйста, сказать? Я вам скажу. Историк вы. Вот если вы будете соответствовать своему предназначению историка, будет вам счастье. А если у вас предназначение быть физиком, а вы сидите на историческом, не будет вам счастья. Запомните. Ну, хорошая же мысль. А вы хотели ее индивидуализировать и как-то вульгаризировать. А чем определяется предназначение? Ну, это вы очень хотите много знать. Чем определяется? Вот определение я вам дал счастье, и ходите с ним. Чем хотите, тем определяйте. Это на политехническом университете экзамен принимал. Студент сдает, а экзаменатор тоже не знает, но принимает. А экзаменатора зачем знать? Ему же расскажут студенты. Поэтому он тем более не готов. И вот экзаменатор спрашивает, ну вот чем мерит силу тока? Студент так. Амперметром преподаватель. Правильно. Так, преподаватель говорит, так, а чем мерит сопротивление студент? Амметром, преподаватель. Правильно. А чем мерит напряжение студент? А преподаватель ему. Напряжнометром, а преподаватель? Правильно. Это все уже изучено. Соответствует, это вот надо понять, если понятие счастья соответствует своему предназначению. Что такое соответствие? Ну, похоже должно быть на предназначение, правильно? Полного соответствия не бывает. Ну, хоть плохонький это историк должен быть, чтобы у вас хоть кусочек счастья был. А если вы вот учились, 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 так историк из вас не получился. Это же не счастье. Правильно? Или, может, вам вообще вы не историк, может, вы философ. И сейчас вот у вас счастье, вот сейчас счастье. А потом опять будете читать свои книжки, сказать. Вы же не знаете, какое у вас предназначение. То есть это вот непростой вопрос. Вы правильно его задали? То есть это, ну, складывается, так сказать, человек может в ходе жизни узнать, какое у него предназначение. Правильно? Некоторые люди не знают. А вы что, люди, которые воевали в Великую Отечественную войну и герои, стали героями Советского Союза, они что, знали, что у них такое предназначение? Они не думали, что... Они знали, что война не за горами. Но что именно он будет героем, он не знает. Откуда он знал? Поэтому это вопрос еще исторический во многом. История показывает, кто был счастлив. Вот, например, Маркс писал. История славит... Вот уже история. Это вот ваша уже наука. Это не наша наука. История славит как самого счастливого... Кого?
Кто больше удовольствия получил? Кто принес счастье больше того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. А это личные муки, какие у вас были, это никого не волнует в истории. Это вы нам не рассказываете, что вы мучились, когда вы достигали истину. Вот если удалось вам миллионам людей счастье принести, вот вы и самые счастливые есть. Поэтому если вы будете изучать там историю каких-то великих деятелей, или там великих деятелей культуры, гениев, да, они и мучились, они и страдали. Но они вообще-то счастливые люди, они же сделали, они продвинули человечество вперед. А мы вот кушали с вами все время бутерброды с красной икрой и с красной рыбой. И все так и все сидели в этом ресторане, они там что-то изучали, а мы все сидели и смеялись над ними, дураками. А потом они под конец жизни, они над нами стали смеяться, потому что мы кроме того, чтобы шелестеть челюстями, ничего не можем. Поэтому вы как история должны к этому подходить. Только история ответит на вопрос, соответствует он своему предназначению или нет. Потому что ваше предназначение еще не вполне определилось. А определение счастья определилось в истории науки. Определилось. Это вот важно. И в этом смысл, конечно, историки должны владеть такими философскими категориями. Иначе что вы тогда в истории изучать будете? Вот было, 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 было. Но это описание. История просто описательная наука, или это наука о том, как люди развивали себя и общество, и осуществляли общественный прогресс. Да? Есть же законы развития истории. А если мы только будем говорить, в таком году было то, в таком было то, а чем это отличается от лужи? Вот лужа, она отражает же мир. Вы сейчас ходили как раз по лужам, вот вы мимо идете, там вы же отражаетесь, а там очень вы отражаетесь хорошо. Если лужа спокойная, ветра нет, вот как есть вы в черном, таких черные вы человека и отражаетесь. А птичка, если летит, и птичка отражается, так прямо вот видно все. Ну, не хотите в луже, в озере, хотите в заливе, какая разница, все равно. Вот, то есть гладь воды отражает вполне хорошо то, что, так сказать, над этой гладью происходит, правильно? И звезды, если нет тумана. И солнышко, все отлично отражается. И что, философы, эти историки, это люди, которые просто отражают, как будто это зеркало пруда. Это, я думаю, это несчастливая жизнь. Счастливая жизнь, когда вот благодаря истории сделали какие-то уроки на будущее, и эти уроки извлекли, и с помощью этого теперь продвинулись вперед. А если никакие уроки не извлекли, а только повторяешь, что история учит, что она ничему не учит. Такой есть афоризм, да? Ну, это, конечно, хороший афоризм, но все-таки историю учат не для того, чтобы ничему не учиться, а чтобы извлечь уроки и пойти дальше предшественников, правильно? Ну, я вот вас призываю, чтобы вы дальше меня пошли, вы так смотрите скептически, говорите, нет, вы слишком далеко зашли, это долго, вот, это работать надо, это много, что-то надо делать, то есть как-то вы это как-то вам не нравится. Вроде я вас, я приглашаю вас не в тюрьму же, я же вас вперед приглашаю на свет. В авангард. А вы говорите, не, я посижу в арьергарде, там теплее и лучше кормят. А там неизвестно, пойдешь вперед, может быть, это будет карабкаться по каменистым тропам. Как там Маркс говорит? Наука нет широкой столбовой дороги. И только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. А вы говорите, не, по тропам карабкаться. По каменистам, о, не страшась устал, не, это мне не подойдет. Ну, тут уж, как говорится, предназначение уже каждый себе выбирает. Поэтому история в этом смысле великая наука. Она вот показывает, извлекает уроки. Мы на предыдущем опыте выстраиваем линию на будущее, правильно? Линию на будущее, а не только на современность. Так. Дальше. Значит, счастье мы уже поняли, что такое. Вот. Ну, а как на разум смотрит эта вот концепция Марка Аврелия? А что разум – это опора для веры. Разумей, чтобы верить, верить, чтобы разуметь. Что хочешь, то выбирай. Все уже объяснено. Если что-то хочешь заниматься наукой, занимайся, чтобы лучше верить.
А если веришь, ну, ты веришь, чтобы разуметь, чтобы лучше заниматься наукой, ну, как бы они уже соседствуют между собой, рядом. Вера – основной исходный пункт всякого познания. Доказать? Ну, если вы не верите, что вы познаетесь, вы же не будете познавать. Значит, вера – исходный пункт всякого познания. А то вы придете и скажете, ну что, я не верю, что я что-нибудь узнаю, зачем тогда мне думать, и думать не будете. Вера в победу – фактор победы, вот Наполеон говорил, Ленин повторял. Ну, это всем известные высказывания. Но если вы хотите познавать, вам поверить надо, то, что вы победите. Если я хочу вас в бой повести и скажу, так, товарищи, ничего у нас не выйдет, всех нас убьют, растерзают и повесят. Пошли за мной. Что-то я смотрю, никто не поднимается. А что вы сидите? А зачем нам такое? Если у нас нет веры в победу, поэтому внушить, каждый полководец пытается внушить веру в победу. Поэтому вера – это не то, что надо просто взять и выбросить, правда? Нельзя все только, так сказать, научным анализом сделать. Есть такие вещи, от которых поднимают человека на развитие. Практике нужна и вера. Но в другом немножко смысле. Не вера только в чьи-то сверхъестественные силы, а вера в собственные силы нужна. Не будет веры в собственные силы, не наберетесь до конечного пункта. Схоластика. Термин «схоластика» подразумевает не столько философскую доктрину, сколько философию и теологию, преподаваемую в средневековых школах. Вот тогда, когда наука была подмята верой, и, так сказать, вера была догматичной сугубо, то и наука тоже, так сказать, была в плену этих догматов, и поэтому надо было преподавать и не особенно продвигаться вперед. Одно и то же во всех школах, но молодежи широко преподавать, пусть она готовится к этому пониманию мира с молоду. И поэтому создавались школы, и в этих школах, опираясь на догматы, которые на каноны к этому времени сформированы, с учетом там элементов таких, которые не противоречат вере, но относятся к науке, вот это все можно было преподавать. Фома Аквинский считал, что разум и философия – суть преамбула веры. То есть, как бы вот у нас сейчас я вам философию преподаю, да? Ну, а все остальное – это у вас будет вера. Это преамбула. Ну, что-то в этом есть. Разница между философией и теологией не в том, что одна занята одним, а другая – другим. Обе говорят о Боге, человеке и мире. Но первое дает знания, наука, несовершенные. Теология же в состоянии дать ответы на все вопросы и ведет к вечному спасению. Ну, я вам не могу дать вечное спасение, поэтому вы смотрите на меня. Ну, говори, говори, так все равно вы вечное спасение не дадите нам. Ну, не дам я вечного спасения, вы извините, пожалуйста. Но и на экзамене оценки, вот кто будет хорошо знать, получит отличные оценки. Это я гарантирую. Насчет вечного спасения – это вам кому-то другому надо. У нас сейчас все открыты, храмы, все свободно, пожалуйста. Там вот обещают вечное спасение. Не хотите в храмы – идите, вот отдайте свои деньги в рост. Там сейчас собирают деньги по любому поводу. И тоже обещают, что потом вам вернут, а потом не вернут. В такой работе, как «Сумма против язычников», Фома Аквинский пишет, есть истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. Вот мощный разум. А вот есть истины, которые превосходят сколь угодно мощный разум. И ваш тоже. Например, Бог един, но в трех лицах. Вы можете такую истину создать? Не можете. А уже создали те, кто записали. Другие истины вполне доступны разуму. Например, что Бог существует, это вам доступно. Вот считайте, что Бог существует, это истина доступна. Что Бог един и подобный этому. В полном соответствии с Аристотелем Фома Аквинский признавал, что вещи представляют собой единство формы и материи, при этом каждая вещь обладает некой сущностью. Уже тут как бы такой философский разговор пошел, правда? Форма, материя, сущность, хотя бы это под прикрытием и в лоне веры.
Сущность каждой вещи проявляется благодаря тому, что есть некая сущность всех сущностей, форма всех форм. Аристотель называл эту высшую сущность умом. Вот вы знаете соотношение между умом, хитростью и глупостью. Рассказать? Вот, ну, низшая степень ума, как называется? Глупость, правда? Ну, глупость. Потом идут хитрость и ум. Ну, ум же выше, чем хитрость. Значит, располагаются они так. Глупость, хитрость, ум. Запомнили? И выводы будем сейчас делать. Значит, я могу сказать, что раз хитрость лежит ниже, чем ум, значит, глупость – это низшая степень, хитрость – низшая степень ума. Так? А ниже еще стоит глупость. Значит, хитрость – это высшая степень глупости. Логично? Не нравится вам такой вывод? Возьмите Михаила Сергеевича, он же хитрый был человек. Сколько народу перехитрил? Горбачев. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, там вы перестроились? Еще не перестроились, надо перестроиться. Тра-та-та, тра-та-та, и не стало Советского Союза. Что, не хитрый человек? Но он был генеральным секретарем и президентом, а стал никто. И никто его не уважает. 80-летие в Англии отмечал. Не на родине, не в России. Потому что его ненавидит народ. Это умный человек, до чего довел себя. Он умный человек или глупый? Глупый. Почему? А потому что очень хитрый. А потому что хитрость – высшая степень глупости. Поэтому все-таки различают люди хитрость и ум. Ну и другие различия делает Гегель. Например, говорит, есть рассудок. Он четко держится за определение. Вот, счастье я вам дал, рассудочное определение, а вы начинаете, от я вот, если так, да вот так, да как хотите, я вам дал определение, вы с ним и ходите, разбирайтесь. Вроде только попросили меня молоток, а вы спрашиваете, а нельзя ему шурупы отвинчивать? Я говорю, нельзя. Ну, вы как нельзя, и пошли. А сами втихаря попробовали другим концом все-таки шуруп отвернуть, но не получилось. Рассудок твердо держится за определение. Ум. Остроумие. Остроумие. В чем состоит остроумие? Что, смешить должен я вас? Нет. Остроумие состоит в том, чтобы высветить противоречие. Чтобы оно заблестело, стало ярким. Противоречие какое-то скрывается. Но вот когда мы говорим, что хитрость есть высшая степень глупости, это вот высвечено тут противоречие. Правда? Что и так думают, что хитрость – это что-то хорошее такое. Оно вроде как и хорошее, но все равно это низшая степень ума. Как бы еще к уму относится. Но и к глупости она относится. Это граница между умом и глупостью. И, наконец, разум. Разум и держится за определение и берет противоречие. То есть он включает в себя и рассудок, и остроумие. Он все включает. Поэтому разум – это вот самое большее, что можно сказать об уме человечества. Вы разумный человек? Разумный – это не значит один раз умный, а это всегда означает каждый раз умный. А то вы скажете, там написано «раз умный», а два уже нет. Нет, раз умный, каждый раз умный имеется в виду. Все время. Так. Значит, Аристотель называл высшую сущность умом, а в христианстве это Бог – высшая сущность. У Аристотеля ум, а тут Бог. Фома Аквинский использовал аристотелеву логику в разработке доказательств бытия Бога. Ну, как бы ни доказывали, вроде как эти доказательства все неубедительные. И убедительных доказательств так и не появились. Ну, зачем доказывать? Ну, если... зачем, во-первых, доказывать, если надо просто поверить, да? Ну, зачем? То есть как-то люди чувствовали, что тут чего-то не хватает. Давайте докажем, что он есть научно. Даже есть саентология, например, есть. Это вот религия выставляет себя как науку. Саентология – это что, наука, думаете? Нет, это секта религиозная. Они под видом, так сказать, что они будут вам преподавать что-то научное,
преподают разновидности религии одной. Ну и деньги стригут с вас, естественно. Хотите? Счастье мы вам не дадим, а разговоры о счастье, они сейчас оплачиваются. Вот на Коломяжском проспекте, там есть такой дворец свидетелей Иеговы. Хоть один из этих свидетелей видел Иегову? Нет? Значит, там надо снять эту вывеску и повесить. А лжесвидетели Иеговы. Он сказал, что вы так вот нападаете на религию? Ну ладно, пусть висит свидетели Иеговы. Но мы-то знаем, что они лжесвидетели, правда? Так не видели никогда. Если я вот, вы не видели ДТП? Я вот вас приглашаю, говорю, вы свидетель? Говорит, да. Ну как же вы да, когда вы не видели? А так вот, есть же свидетели Иеговы. Они не видели же и свидетели, так и я такой же свидетель. Виктор Аркадьевич, лекция перед вами. Вот, так что вот такая с этим история. В сумме теологии Фома Аквинский приводит доказательства существования Бога. Такие, от движения. Вроде как, если есть движение, значит, есть Бог. Потому что без движения никак не объяснить, почему и вроде и на месте стоит, и находится в этой точке, и не находится. Тут без Божьей помощи это не понять. От производящей причины. Ну, значит, кто-то эту причину в действие вводит. Если мы не назовем эту конечную причину, так можно дальше по цепи идти. А у этой причины тоже есть причина? А у той причины тоже причина. И так мы пойдем. Куда мы придем? А к Богу и придем. Бесконечная цепь причин. Чем же кончается? Чем? Богом. А значит, все-таки перетолчок-то, первоисточник – Бог. Вот так. От категории необходимости и случайности. Вроде бы все необходимо. А у нас все время все предопределено, с одной стороны, вроде бы. А с другой стороны, все время появляется то, что не вытекает из предыдущего. С одной стороны, вытекает, а не все вытекает, что получилось, правильно? Всегда есть что-то, что в предыдущем не содержалось. А как так может быть? А потому что только Бог так может сделать, и больше никто. От степеней совершенства. Вот один в такой степени совершенен, это вот в этой степени совершенен. Но есть же высшее совершенство. Есть высшее совершенство? Скажите, пожалуйста. Есть? Ну, если есть. Ну, берем высшее совершенство. Это и есть Бог. Значит, Бог есть. Все? Запомнили? Все? Вот, товарищи, уже согласились. В следующий раз они вместо лекции пойдут в церковь. Так, что там еще есть? От целесообразности. А цель кто задает? Все, люди. А у людей-то откуда цели? Вы думаете, сейчас этого нет? Есть. Я уже рассказывал. Выступают и говорят. Вот, если сейчас современные концепции такие. Если предметы не наделены смыслом, то их и нет. Я спрашиваю, а кто наделяет? Вы, я или трансцендентные? Трансцендентные. Ну, Бог-то сейчас неудобно сказать. Ну, вот есть как бы три уровня бытия. Вот бытие как материя, бытие в сознании и там, на небе. Ну, не на небе там, но трансцендентное, не надо спрашивать. Там. Вот три уровня. Значит, вот пока это вот трансцендентное не наделило эти предметы смыслом, вот у вас сумка есть, же смысл в этом есть, а вот смысл этой бутылки в том, чтобы воду туда наливать. Это правильно я сказал? То есть, если бы они не наделены, то считается, что их и нет. Значит, если не наделены, то их и нет. А раз и нет, то нечего и наделять. Раз нечего наделять, и вся эта конструкция рухнула. А вот ходят с этой конструкцией, излагают, и рассказывают, и прочее. Или, там, скажем, есть такие современные, такие, скажем, концепции, вроде того, что есть. Так, сейчас она как раз.
Ну вот, скажем, если рассматривается некая сущность, но не в голове человека, это что? И не предмет. Что это? Ну, никто не скажет, что это Бог, да? То есть она и не в голове, но есть. Ни в одной голове, ни в другой, ни в человеческой голове. А где? Тут уже сами должны вы додуматься, где. Или, скажем, есть такая концепция, что все есть тексты. Вот я на вас смотрю, а поскольку я долго сидел в библиотеке, и как вокруг меня лежали книги, и передо мной лежала книга, у меня уже в глазах одни тексты. На вас смотрю, вы тоже текст, и вы текст. Все тексты. Ну, только надо про вас рассказать в этом тексте, и все. А так вообще вы представляетесь как текст. Все есть текст. И стол текст, и потолок текст, все тексты. Но это взбесившийся ученый, который просидел долго в библиотеке. Ну, это вот. Или вот герменевтика. Красивое же название, согласитесь. А что это такое? У меня была, за мной читала, вела семинар, ну, очень симпатичная такая у нас аспирантка, и ей дали такую тему по герменевтике. Я ее спрашиваю, а герменевтика что такое? Она говорит, это искусство понимания. Я говорю, интересно, вот мы занимаемся понятиями, как философы. А вы занимаетесь искусством понимания, то есть это не философия уже. А идите туда, на факультет искусств. У нас два факультета. Один Гергиев возглавляет, а второй возглавляет мой бывший дипломник Кудрин Алексей Леонидович. Это искусство, наук. Идите туда. А тут-то при чем мы? Тут философы. То есть, я еще раз повторяю, то, что мы вот с вами изучали, это не то, что это вот, дескать, вот старое прошлое, которое только прошлым является. Оно все тут всплывает. И все люди, которые в той или иной мере не образованы в области философии или недостаточно образованы, они все в опасности находятся, потому что эти вот все эти течения всплывают и на самом деле представляют собой философскую реакцию, отсталость. Поскольку тот, кто не овладел передовой философией, значит, он в плену предшествующих течений непременно. Вот проблемы, рассматриваемые в античной философии, соотношение единичного и общего, приобретают новое звучание в споре о природе универсалии, которое время было. Это универсалии, когда вы пытаетесь соединить общее и единичное. Вот вы люди – люди, а вы кажется, человек же человек, два человека, но вы же люди – люди, значит, одно. И вы человек, и вы человек, значит, все человек – один, а вас двое. Но вы разные. Но вы одно или разные? Вот и начинается выяснение этого вопроса. Как взять общее и взять единичное? Как соотносится общее и единичное? Это проблема, которая потом разрешена у Гегеля, учение о понятии, она и тогда уже вставала, и какого-то удовлетворительного разрешения не нашла. Но там было очень просто. То, что вам непонятно, это дело Бугова. Это вам непонятно, потому что не надо, так сказать, наполняться гордыней. Бог это может понять, а вы не можете. Все. И сразу этот вопрос закрыт. Вот, собственно говоря, на этом сегодня мы закончим. А следующее, что мы будем изучать, еще философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Возрождения. А то, я смотрю, уже грустные такие, так вот, товарищи. Надо возрождаться. Но это в следующий раз. Всего вам доброго. Вот кто от меня дальше, те больше хлопают, потому что они меньше слышали меня. И поэтому, если я что неправильно говорил, это не так на них плохо отражалось. Чувствуете?